Сегодня в меню – толстые блины на соде. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Вода – 0,5 стакана. Мука – 80-100 грамм. Молоко – 0,5 стакана. Яйцо куриное – 1 штука. Сода – 1/3 чайных ложки. Сахар – 2 столовые ложки. Масло растительное – 1 столовая ложка. Муку для приготовления блинов лучше использовать высшего сорта. Растительное масло добавляется в тесто для того, чтобы блины было хорошо переворачивались в сковороде. Подготовьте указанные ингредиенты. В миску вбейте куриное яйцо. Всыпьте сахар. Влейте теплое молоко и воду. Перемешайте. Добавьте соду, снова перемешайте. Всыпьте муку. Перемешайте тесто так, чтобы не было комков. Теперь влейте растительное масло. В сковороде пожарьте блины с двух сторон до золотистой корочки. Толстые блины на соде готовы. Если вы любите блины, тогда попробуйте их приготовить по этому рецепту. Они всегда получаются мягкими, вкусными и толстыми. Подавайте с домашним вареньем. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо.